пятницу в Самарской области будет облачно. Практически везде пройдет дождь, местами сильный, гроза. Станет чуть прохладнее, днем плюс 22, плюс 26, ночью 14-16 выше 0. В Сызрани ожидается дождливый день с грозой, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 15. Северный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти облачное небо, дождь и гроза, плюс 22 градуса в дневное время, ночью 15 выше 0. Северный ветер 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, сильный дождь и гроза. Дневная температура 21 градус тепла, ночью плюс 15. Ветер северного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Температура воды в реке Волга 15 градусов. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.